Я заключил сделку века и при этом получу на 5% меньше обычного. Ты легко заменим. Вот именно за такие речи Брайан и написал «дура» на твоем парковочном месте. Ты совсем дурак? Это было год назад. На следующий день я создал свою фирму. У меня два сотрудника, слишком старый и слишком молодой. Моя первая деловая командировка. Так круто. Не называй свою фамилию. Клиент может слегка отвлечься. Привет, я Майк Блинчик. Майк что? Блинчик. В смысле, да? Это фамилия. Вкусно? Нет. Все прошло отлично. Мы летим в Германию подписывать контракт. Привет, Дэн. Не может быть. Контракт все еще под вопросом. Дэн, это Чак Портно. Вы же знакомы? Такие тесные штаны. Это складка? Нет, никакой складки. Сдулась? Нет. Там пустота? Ничего подобного. Там пусто. И это пугает. То есть мы банкроты? Если не заключим сделку. Если ты мал, а конкурент огромен... Вы будете соперничать не только со мной. Мы крепкий орешек. Первое правило – развлекай клиента. Понеслась. Эй, лютый пыхарь, давай, передавай уже. Давай, бросай! Что это было? Второе правило. Добрый день, у меня тут встреча. А ну, отойдите! Забудь все правила. Все в порядке? Я не плачу. Дым в глаза попал. Если заключим контракт, я хочу заняться любовью женщиной в позе тачки. А это как это? Надо держать ноги на весу. Тебе нравится? Не очень. Может, без выкрутасов тогда? Опусти меня, как надоест. Я начинаю сомневаться в успехе. Между делом. Я первый на перевод в бизнес-класс. Я бы вам уступил, но мне впервые так подфартило. Ничего. Но знаете, это честь сидеть перед вами. Ну ладно. Присаживайтесь.